Так, внимание, друзья, мы с вами снова вместе, вот, сейчас с вами общаюсь Железов Валерий Константинович, человек довольно странный, человек, который не поверил тому, что в Сибири ничего не может расти, и однажды случилось чудо, мне помогает Бог. Я нашел абсолютно замерзший персик в поселке Сизая. Нашел, вот так от него удалось отрезать, с мертвого персика, вот такую живую веточку, вот такую, это карандаш, вот такую живую веточку, размер такой. И теперь этот, я сам про себя говорю, это научный подвиг, потому что удалось размножить его уже в сотнях и тысячах экземпляров уже плодоносящих деревьев. Сейчас вы присутствуете. Нет, не так. Перед этим было снято 5-й фильм. Вы увидите, он пойдет перед этим фильмом. Я вот записал на память персик. У меня ручка не пишет. Персик Железова на просторах России. Перед этим была снята уже 5-я серия, а они не кончаются. И еще одна серия у меня называется, значит, это самое, сорта клона Железова в чужих садах, слово «чужие» прилипло. Вот, и надо было написать «в садах моих друзей», надо как-то переделать это название серии. Там тоже уже несколько фильмов снято. Я продолжаю именно эту серию. Уже не только персики, но все подряд. Вот, какой номер сейчас не вспомню, и ладно. Почему, раз про персики отдельная серия, почему персик показываю? А объясняю почему. Дело в том, что бывают исключения из правил такие, что лучше лишний раз повториться. Это Сахалин, это садовод Шаламай, это теплица. И персик увеличился в размерах несколько раз. Мой персик. Он мелкий, многие даже морду воротили. Умирая от зависти, какой-то там мелочь, какой-то, да разве это самое, да какой-то уже... И при этом умирали от зависти, потому что мелких вот таких вот, сейчас некогда повторяться, вот таких вот на дереве висело 1000 штук. Вот. Почему я знаю? Потому что я потом вам же косточки продал. Так вот. Значит, персик хасанский, теплица. И я повторяюсь только, чтобы лишний раз подчеркнуть вот эти слова волшебные. Почему? Потому что меня ученики обходят. Я скоро напишу заявление, что я увольняюсь с учителей. Читаем. На 3-й год привитый на степную вишню дает 5 плодов крупных, в среднем 200 грамм. А на фото, где моя рука, 220 грамм. Вы понимаете? Это просто, чтобы у вас в голове вот это застряло. Ребята, вот, чудеса бесконечные. Безвидовые прививки часто дают укрупнение. Ученые брезгливо назвали это самое, меня проходимцем, а эти самые назвали их, нет, не клоунами, нет, не сортами, нет, химерами. Но про персики мы уже заканчиваем разговор. И давайте дальше все подряд. Ой, ну елки-палки, ну точно уволюсь, чертой матери. Зачем мне нужен Шаламаев? Это его статья. Потом посмотрите. Про персики мы проходили. Поэтому это я все проскакиваю. Вот, это не статья, это его письмо. Поэтому дальше пошло все подряд. Виноградов Алексей Иванович, черенки от Железова. Вот, смотрим, что получилось. Ну, на тот момент они еще не созрели. Я уже отсюда вижу, что это академики. Уже отсюда вижу. Но результат он получил, согласитесь. Вот, пусть еще не спелые, но феномен состоялся. Это уже что там было? Сызрань, по-моему. Так, фото от Александрова. Черенка, срезанного с вишни сибирской штамбовой с генами черешни. Я так написал. Вишня, сибирская стан, с генами черешни. Постараюсь чуть-чуть, чтобы вы поняли. У меня, ну, я специально, ну, в принципе, уже, извините, чуть ли не повторяюсь. Итак, у меня есть вишня. На ней было привито три
сорта черешни в виде скелет. Через год-два они все три померли, а плоды укрупнились у вишни. Она уже стала не размер, посмотрите на свои эти самые ногти, на допустим, на пальце, которым носу ковыряет. Так, вот, вот такие они были. А посмотрите теперь на ноготь на большом пальце. Вот такими стали. А черешни сами погибли, а вишни укрупнились два раза. Так. И вот я высылаю черенок, срезанный с вишни сибирской штамбы, она меня цитирует. И вот, получилось одно дерево у Александровой, Калининград, с крупными вишнями, другое с черешней. Итак, вегетативная гибридизация существует. Трам, там, дарам, 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 дарам. Вот. Споря со мной, пусть я уже третий раз говорю, но споря со мной, выпускница гордо, про себя говоря, Наталья Медведева и Ольга Исакова, у нас шикарное образование, и взяли, процитировали, 70 лет назад было напечатано, что вегетативное, 70 лет не существует, что это лженаука. И они взяли, процитировали по морде меня и моего брата. Вы понимаете, вот, ну, если уж не верите тому, что здесь написано, вот. Вы просто бы помолчали, потому что где-то в голове должно быть так. А вдруг это правда? И у нее получилась черешня раз. И вот такая вишня два. А вы говорите, не существует. И вдруг, это прошло год-два, я уже не помню. И вдруг Людмила, поклонница, ученица, как она пишет, посылает мне уже привитый абрикос, и он у нее тоже укрупнился. Если у меня абрикос бай 60-70 грамм, один год было 80, у нее получилось вот это чудо. Это ее письмо, потом просчете. Как-то раз уже было, поэтому повторять неудобно. Одно дерево каждый год дает плоды, гораздо крупнее остальных, в среднем 130 грамм. А у меня не было ни разу больше 120. Еще один повод уволиться. Посмотрите. Еще один повод уволиться. Ну, это ее груши. Уже не буду цитировать. Катя Челябинск. Катя не простой человек. Катя Карташова, моя ученица. Вот. Человек не случайный, потому что это друг и мой, и уже покойного Латинкова. И однажды мне Латинков Юрий Алексеевич, волшебник, выдающийся садовод современности из Челябинска, повторяю, Латинков, он мне сказал, есть такая замечательная девушка Катя, она сделает вам сайт. Катя сделала сайт, я ей выслал косточки и эти самые роскошные сорта, и она вырастила. Плоды с небольшим румянцем, косточки отделяются сладкой горчинкой, т-т-т-т-т. Вот. И получилось вот такое вот чудо. Вот. Это, тут получается единственный снимок, так? А у меня же были другие фильмы, и там были плоды гораздо крупнее. А это просто последний раз вот такие получились. Ну ничего, все-таки из косточки выросли сладкие культурные сорта, плоды. Добрый день, Валерий Константинович. Высылаю фото хасанского персика. Саженец вашего сына. Сергея, Ростовская область. Там, там, дарам, 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 дарам. Вы знаете, я запомнил Сергея, потому что он говорил, он не мог там найти абрикосы. Представляете? В своем районе. Итак, саженец Железова, сына моего, взял и дал вот такие плоды. Но саженец, конечно, привитый. Ну что? Вот. И опять, вот там чуть теплее, они два раза крупнее моих. Да что это такое? Да у меня третий меня, да точно уволюсь. Уже третий меня это самое за пояс затыкает. Ну что это такое? Ну безобразие, ребята. Разве можно так над учителем издеваться, а? Совсем обнаглели. Совет Железова науки. На ближайшие 100 лет, 1000 лет, только прививки и полный отказ от искусственного оплодотворения. Мы, любители, все за вас уже сделали.
Вы хотя бы догоните нас, повторите, чтобы у вас это все росло. Это ж придумать, это дикость какая-то. Кастрация цветов. Мне от одного названия шерсть дыбом и давление скачет. Кастрация цветов. Чтобы получить то, что вы задумали. Ни хрена вы никогда не получите то, что задумали. Вы просто, уже есть такое выражение, тупо повторяйте за нами. Догоните нас. А потом я научу, как делать так, чтобы они были еще крупнее. Потому что на данный момент вы этого не знаете. Дальнобойщик Олег Олегович Мезинов. Тут интересно, это где-то пару слов было. А, груши без обрезки для тех, кто еще сомневается, резать или не резать. Я пропагандирую обрезку только при пересадке, обрезку разве что 1-2-летнего саженца, потом навсегда отказаться от нее и больше дерева не калечить. Если первый вариант 1-2-летняя обрезка – это вынужденная мера, то потом лучше отказаться от нее вообще. Один из лучших учеников Мезинов Олег Олегович. Вот. Умница, все, с образованием, ну, дальнобойщик, а куда вы хотите. Вот эту девочку надо кормить. По железу, смотрите. Вот так, да. А теперь смотрите внимательно. Вот так, да. Вот это его молодой железовский сад. А прошел год. Вот вам и Брянская область. Рядом институт. Вот, если бы видели, какой дурью занимаются сотрудники Брянского института, я бы даже не буду говорить какого, потому что сильно уж обидно звучат мои слова, дурью занимаются. Он видел их саженца на продажу. Это такое дерьмо, это как он выражается. Но я институт не назвал, какой нет. Так что это не обижайтесь на меня. Но констатирую факт. Значит, настоящие садоводы – это любители. Юрий Железов. Почему фамилия тоже Железов? Потому что он мой брат двоюродный. Живет в Костроме. Вот. В то время, когда его оскорбляли эти выпускники и кандидаты наук, выпускники Тимирязевской академии, они же понятия не имели, что в этот момент, а я 6 лет назад ему всего лишь косточки и пару саженцев выслал. Прошло 6 лет. Вот. Не сказать, что уж так роскошно, ну, что есть, то есть. Но они и этого не знали, понимаете? Они и этого не знали. И вот это, когда на нас накинулись, вот, проходимец врет, как Сивомерин. Наполеон, 2 метра, это последние эти самые, комментарий мой адрес. Мой, ну, это мой ученик, видите? Вот, они его достали. 7 лет, 70 лет ума не нажил. Конечно, не нажил. Он с детства был умен невероятно. Вот. Образованнейший человек. Конечно, не это, не агро. Вот. И вот пока они его оскорбляли, думая, что он просто, ну так, случайный человек. Вот. А может быть, видя фамилию Железова, а уже против меня уже была оппозиция, сформировалась страшная, дикая, ненависть лютая. Самих ничего нет. Открываю сайт одной из них. Там березы. А что ж ты тогда учишь, абрикосы эти? Или что ж ты учишь отрезать кучу веток у груш, обрекая их на смерть? Ну вот и получилось. Смотрите, я специально вставил эту фотографию, видите? Это мое. Вот. Сад в СИЗО, где хозяева громко в двух видеофильмах объявили, что саженцы в железо. Спасибо, Валерий Константинович. А были еще крупнее, теннисный мяч. Только я не вовремя приехал. Вот. И вот это вот, как проходимец, врет, как Сивомир. Ну, это вам не обида, говорит. Наполеон. 2 метра снега. У нас средний снег по щиколотку. Самое бесснежное место в Сибири при 40 градусах морозов. Лженаука. И вот я пишу. Братцы, я же не знал. И не хотел. Оно само получилось. И ухаживать до смерти деревьев, ухаживать до смерти. Это принято сейчас. Ухаживать до смерти, до скороспелой смерти, до быстрой смерти, до скороплодной смерти. Мне некогда было. И поэтому пошли результаты. Вот. Следующий.
А, здорово, ребята. Антоновка от Сергея, имеется в виду Сергей Железов, мой сын. Первая половина на второй год. Вот он саженец купил с посылки, достал, кто он? Сергей. А, сейчас будем разбираться. Итак, влияние подвоя сибирской яблони. Это уже моя фраза. Я видя, что какие-то они немножко странные эти. Я не спорю, что это Антоновка, я узнаю. Но вот этот уже, посмотрите, какой праздничный, какой чуть ли не розовый налет уже. Конечно, это влияние подвоя. А дальше самое интересное. Вот, продолжение этой темы. Здравствуйте, Валерий Костинович. Марина Кудина, Иркутск. Одна из моих верных помощниц, учениц. Она не просто, она у меня закупала партию книг, продавала. Она партию, большую партию семян распространяла. Фактически бескорыстно среди своих этих самых, у нее, ну, как бы своя компания. Вот. Это, и вот эта Марина, вот она-то как раз и, смотрите, отправляем отзывы за саженцы, которые мы брали осенью 2020 года уже. Вот смотрите, осенью 2020 года, а сейчас осень, ну, поздняя, ну, начало зимы 21-го. То есть года не прошло, скажем, или всего лишь год прошел. Вот. Внимание, это вам не это самое, не проходимец, надеюсь. Меня тут проходимцем не называют. Спасибо вам и Валерию Железову за такие чудесные саженцы. Это Сергей занимается саженцами. Это переписка ихняя. Мы с Сергеем ни при чем. Это Сергей занимается саженцами. Вот. Но научил его, конечно, отец. Передайте от нашей семьи благодарность. Обязательно. Это их переписка. Да, это первое плодоношение. Не взвешивала. Но собрала 65 яблочек. Я думаю, это хорошо для первого года, 65 лет. Вот, сад Марины Хомутова. Так, теперь, ну, Татьяна, доброе утро. Первый урожай яблони от саженцев Железова. Спасибо вам, Марина Геннадьевна, будем ждать урожая с абрикосов кусок. Представляете, вот пусто, и через год вот эта красота. Пора устроить, это я пишу, соревнования, кто круче, Европа или Сибирь? Или пчелы против меда? Присоединяйтесь. У меня есть, я начал, но тут же забросил. И столько, вот эти яблоки, 400-500 грамм, абрикосы уже мои превзошли, там 100 граммовые больше. Вот это все уже в таком количестве, ведь то, что мы сейчас с вами видим на экране, вот то, что я листаю, это мизерная часть. И вот я уже так, пора устроить соревнования, кто круче, Европа или Сибирь. Вот. У меня один из первых фильмов был так. Там случайно получилось одни фотографии с Европы, потом с Сибири, потом с Европы, Сибири, с Европы, Сибири. И я тогда, кто видел один из первых фильмов на эту тему, там было так. Долго-долго, вот уже 10 прокомментировал, 20 писем с фотографиями, вот, 25-30, и все равновесие. Европа, следующая Сибирь. Ну, я даже немножко подтусовал, чтобы... после Европы, я думаю, ну, каких-то больше. И получилось ровно-ровно. А сейчас, извините, Европа начинает брать верх. Почему? Потому что их в 10 раз больше садоводов, чем в Сибири. А может, и в 20 раз больше. Вот. И постепенно завоевывает моя технология. То есть они уже перестали калечить деревья, а деревья стали плодоносить, а не умирать. И почву также перестали калечить. И с муравьями бороться перестали. И деревья оказались чистенькие. А когда дерево не искалечится, они плиты чуть-чуть. А дырок вообще нет. Значит, жуки не жрут. Они здоровое дерево, листья внутри имеют яд от этих самых, от ли, от гусениц, от жуков. Яд имеют. Понимаете, как это называется? Иммунитет, проще говоря. И они не могут. Подлетела эта плодожорка, понюхала, ведь не мое, и дальше полетела. Больные яблоки, многие говорят, или там сливы, или там груши, видят больные яблоки, чуть ли не гниют на дерево. Попрыскивайте. Дерево, родное дерево, они их испортило. Оно больное. Дерево искалечили, и плоды автоматом калечат. Этого никто не знает. И опять прыскать, калечить, а потом что, детей этим кормить? И самое главное, никогда не вылечите эти опрыскиванием. И никогда не станут эти яблоки снова... здоровыми или груши. Вот. Итак, пчелы против меда, Европа против Сибири.
присоединяйтесь. Вот, пока, теперь уже Европа берет верх, там моих сторонников все больше. Смотрим. Вот сейчас я возьму, покажу вам этот фильм. Вот, почему? Его прислал Галиев. Так, ну как его? А, не там нажимаю сейчас. Вот. Посмотрим, что нам преподнес Галиев. Абрикос Серафим. Ага. Курочка. Мое. Выращен из косточки. Из косточки. На уровне землей. Сам штампал где-то сантиметров уже. 6, наверное, если не 7 уже. Сейчас я остановил на секунду. Ольга Исакова. Если бы он вот это, вы уже так делали, подло, предательски, если бы он взял, вот можно было бы эту фотографию прям с экрана сделать, да? А потом послать вам на огромнейший канал Туманова, 1 100 000 подписчиков. Что бы вы сказали? Караул! Все три ветки отпилите к чертовой матери. Вы понимаете? Когда вас поправили, что этого нельзя делать, вы набросились с оскорблениями. Вы восприняли это как личное оскорбление, что кто-то считает, что эти ветки не лишние. Вот. Устроить вам провокацию, вот так взять эту, ну я уже сказал, уже, а вы же тихушку подсматриваете мои эти. Вот. Извиняться за оскорбление, не извинились, поэтому я еще раз вашу фамилию вспоминаю. Вот. Вы предатели, вы заставляете вот эти ветки отрезать. Уж покаялись бы, или... Просто увидев очередной раз такое, сказали, там же на канале, сказали, так, я немножко поправлюсь, ветки вот эти трогать нельзя, ради бога не трогайте. Я в прошлый раз там, когда научила огромные ветки боковые 4 отпилить у земли, которая, я, ну, у меня была температура. Уж это в этом роде. Смотрим дальше. А это я говорил о человеке, который... Говорит, я тебе резвик, у меня шикарное образование. Толк от вашего шикарного образования, если вы учите убивать деревья. Очень великолепно вырос. Два раза уже приносил урожай. Правда, в этом году единичный. Видимо, были морозы какие-то, повлияло, скорее всего. Ну, и слив тоже в этом году тоже очень мало, значит, что-то такое характерное было. Ну, что интересно, сумасшедший прирост в этом году. Это 1 4 метра уж высотой, наверное. Замечательно вырос. Валерию Константиновичу великая благодарность. Из косточки плодоносит. Так, дальше поехали. Куда нам возвращаться? Так, куда нам возвращаться? Ага, и он прислал еще одну. Давайте посмотрим. Я не помню, что здесь. 4 августа выписывал косточки у Валерия Константиновича абрикосов. И вот что у меня на данный момент получилось. Сеянцы выросли хорошо. Вот некоторые даже толще карандаша получились. Высоту где-то метров, ой, сантиметров 70, наверное, вот где-то по грудь уже взрослому человеку. Вот. Вот получается королевский. Фаина. Абрикос крупноплодный Железова. Рыжий. Артем, академик. Там еще дальше продолжение есть. Отлично приживаются косточки. После стратификации все сделано. И вот радует глаз. Очень хорошо. Спасибо, Валерий Константинович Железов из Саяногорска. Ну что, а? Проходимец? А вы знаете, что какие его косточки выслал? Если бы вы еще сказали, а может быть это какие-нибудь там сибирские, маньчжурские, там размером с эти самые, с ногти. Нет, ребята, у меня косточки да косточки. Ее возьмешь в руки, уже видишь эту мощь будущую. Вот. Я объявляю после, вот она упомянула, академик, Фаину, королевский, рыжий, крупноплодный Железов, 5 пальцев. Это выдающиеся сорта, или я в этом фильме, или я в прошлом показывал, ну-ка, или я в прошлом показывал.
Почему? Может быть, на этом остановку сделать? А вдруг я именно в этом фильме? Тогда неудобно второй раз показывать. Надеюсь, спросом. Так. Я на вебинаре мельком-мельком показал следующее. Я бы не стал, мне навеяло то, что этот Галеев взял и вот эти сорта назвал. Смотрите. У меня супер даже манчжурец. Я его улучшил, только сейчас не буду рассказывать как. Еще одно дерево. Манчжурец, не верите? Чисто вегетативный клон. А вот они, я несколько сортов назвал суперакадемик. Извините, если повторился. Суперакадемик. Он на академика вообще не похож. И в два раза крупнее. Даже в два-три раза. Суперкоролевский. Супербай. А, как? А то, что я вам показывал в Калининграде, у Александрова и у Людмилы, у нее еще крупнее. Еще крупнее. Суперсерафим. Супермичуринский. 102 грамма. Суперпоздний Филиппиево. 110 граммов. Суперкрупноплодный. Вот, он в этом году фотографии делал в саду у самого Царства Ему Небесного, у Боднара, но 100%, клянусь Богом, и он подтверждает, это ваш Валерий, пусть он на том свете, но поверьте, сейчас трудно проверить, что это ваши абрикосы с вашего сада, я ему подарил веточку, у меня получились мелкие, потом еще и погибли. И вот он мне показывал, а вот когда вот такие были, говорит, я говорю, а почему у вас в саду, когда я делал фотографии, что они мелкие? Константинович говорит, какой дикий урожай был, конечно, измельчали. Вот, вот это все. А вот еще десертный Филиппиево. Вот. Здесь получается не самый крупный. Так, прошу прощения. Помешал телефон нам. Извините, да сниму фильм, перезвоню. Так, вот десертный. Это средненький. Он тоже за 100 грамм уже вышел, но год неправильный, поэтому до 100 не потянул. Но я их называю кандидатами в элиту. То есть вот то, что вы видели выше. Вот. Так, ну что делать-то? Алло. Я проснулся, что я заканчиваю фильм 5 минут. Так, прошу прощения, знаете, кто позвонил? Сам Сергеев Николай Георгиевич, суперсадовод. Сейчас мы подзаряжу и буду с ним фильм снимать. Вот, итак, вот это вся элита. И вот дальше пошли кандидаты в элиту. И у нас осталось через одну минуту отключиться сам. Видео, этот самый, аппаратура. Вот. Итак, кандидаты в элиту. Вот. Кандидат в элиту. Он уже, и уже в элите, но пока я не вижу цифры на весах, пока еще кандидат. Итак, поздний пианиста. Это наша находка, Елена Садна, моя помощница. Я возил, единственный человек, который знает, где этот уникальный сад находится. Вот. Вот это вот женщина, которая продает персик и абрикосы, настоящие. Вот, видите, смотрите сюда и смотрите сюда. Женщину зовут Людмила. Не смотрите, что здесь 76 грамм, это весы свихнулись от того, что сильно крупный плод. Он крупнее, чем даже мои. Вот. Ну, вот теперь наше время истекает. Мы с вами сняли очередной фильм, 5-я серия. Нет, это была... Назову его позже, как правильно память не держит. Но это сады моих учеников. До свидания, друзья. Чудесного спокойной ночи. Доброго утра, как и мне.